Привет. Из ночного Майами. Почти ночной. Время 9 часов. Такое вот у нас здесь есть место. Место инсталляции рядом с театром симфоническим. И вот здесь такой вот экран большой. И на нем, как видите, изображена вода. Ну или что-то похожее на воду. Здесь у нас стоят колонки. И, как вы слышите, звук протекающей воды, текущей воды. В общем, воды, которая течет. Слышно. В конце февраля, в марте, вот на этом месте был украинский флаг, развивался без звука, без каких-либо звуков. Но очень быстро его оттуда убрали, и сейчас о нем никто не помнит. Сейчас тут вода идет. Наверное, это такая метафора, ассоциация, что деньги утекают сквозь пальцы в бюджете Соединенных Штатов. Вот по таким вот канализационным трубам. Да, кстати, здесь часто проходят концерты симфонического оркестра. И те, кто не попадает внутрь, могут смотреть вот здесь, находясь здесь, приходя со своими стульями, ну, либо просто садиться на землю, на траву, покрытую там, не знаю, полотенцем, и смотреть в прямом эфире концерт симфонического оркестра в Майами. Вот такие дела. Как вам такая идея и такая концепция? Пишите в комментариях.